настоящий момент специалисты подрядной организации ведут реконструкцию улицы Пляжной от входа на центральный городской пляж со стороны КНС до кафе «Лунный свет». Ремонт участка дороги от начала Верхней набережной до Метрополиса уже завершен. Часть улицы с отделенной разметкой велосипедной дорожкой замощена плиткой. В районе ступеней, ведущих на Верхнюю набережную, будет оборудован спуск для колясок. К тому, что ремонтные работы ведутся в разгар курортного сезона, большинство жителей Черноморска относятся с пониманием. В этом году действительно большие сдвиги. Все это, конечно, и благоустраивается, и удобно. Кстати, мы подавали прошлый год заявку. Вот есть эта лесенка, да? А для колясочников, для детей лет не было. И мы в прошлом году подавали еще заявку. А в этом году, конечно, все это благоустраивается, видно. И мы рады, мы живем в этом городе, наслаждаемся, любим его. Мне очень нравится, что наш город благоустраивается. Становится с каждым днем все краше, лучше. Ну, в общем, я рада. Действительно, очень красиво. Все для людей. И пускай вот эти вот всякие разные кривотулки в городе, я знаю, в социальных сетях и так далее, все делается для людей. Это же работа сезона. Зимой ее же нельзя выполнить. Да? Ну да, потерпим немножко. Зато в будущем будет у нас красивая, еще очередная красивая зона. Заместитель городского головы Черноморска Юрий Круг рассказал, что реконструкция пляжной зоны – только начало большого проекта. Я думаю, что мы порадуем черноморцев, ильичевцев, благоустроенным нашей благоустроенной территорией. На данном этапе мы инициировали, собственно, вот буквально заканчиваются на этой неделе работы, связанные с мощением и с благоустройством комплексным в соответствии с проектом, который наша архитектура заказала и был разработан в сжатые сроки. Значит, предусмотрено благоустройство от нашей лестницы до КНС-ки. Значит, ну, я приношу извинения, скажем, за временные такие неудобства, немножко затянули наши подрядчики. По объективным моментам затянули, но я думаю, что в результате мы получим красивую, хорошую улицу. И это только первый этап. На следующий год предусмотрено благоустройство в районе, значит, там, где сегодня автостоянка. Получается, вот по диагонали, если мы говорим от бастиона до КНС-ки, значит, на этой территории мы сегодня уже приступили к разработке проекта, разбитие там парковой территории и фасадного красивого входа в прибрежную нашу зону. Юрий Круг также подчеркнул, что в настоящий момент все работы на участке улицы Пляжной в районе строящейся гостиницы ведутся за счет средств инвесторов. Очень важно тут акцентировать внимание, что те работы, которые производятся в этом году, они производятся без затрат из нашего местного бюджета. То есть это исключительно деньги, которые вкладывают, значит, бизнес и благоустраивают территорию, которая прилегает. Такая у нас, скажем, договоренность, такой разговор был. И я благодарен предпринимателям, которые, в общем-то, с пониманием относятся, что надо сегодня не только вкладывать деньги в, значит, развитие торговли собственные заведения, а и благоустраивать сегодня ту территорию, которая прилегает к тем или иным объектам. Поэтому мы находим общий язык и, в общем-то, двигаемся в направлении развития и процветания нашего города. Ремонтные работы на отрезке улицы Пляжной от ступеней, ведущих на Верхнюю набережную, до входа на пляж, рабочие планируют завершить в конце нынешней недели.